Ребята, всем привет! С вами Егор Михайлович. Сегодня мы выехали вот на такой прудик. Будем ловить крупного окуня и щуку. Ну вот так вот мы много чего набрали. Разных таких удочек. А сейчас идем рыбачить. Ребят, чтобы поймать палька, мы взяли вот такой вот паук. Он же малявочник. И взяли вот такую вот удочку. Старую-старую. Ну все, сейчас идем с парапета ловить, пробовать палька. Ух, тяжеленная! Все, пойдемте. Все, пробуем. Ребят, ну что, вот первый заброс, и наловили вот таких вот некрупных пескарей. Ну, на щуку и на крупного окуня пойдут. Вот, но, конечно, доставал не я, потому что очень уж тяжелый этот подсак. Вот так. Все, сейчас там соберется рыба. Ну, потому что это вот тут много вот такого вот мелкого пескаря. Вот. О, смотрите, даже окуня поймали. Вот такой вот малечек. Маленький-маленький окушочек. Ну, конечно, мы его выпускаем. А вот эти горчаки очень... О, смотрите, даже карась попался. Вот неплохо на щеку. Так, ребят, сейчас раскладываем удочку. Потом будем насаживать зерцо на эту удочку, на крючок. Вот такие вот грузики. И вот такой вот достаточно большой крючок. Выбираем самую маленькую селявочку. Ребят, мы все вот так вот насадили, правда, немного жестоко, через глаза. Отсюда. Все, первая удочка заброшена. Ребят, сейчас заряжаем вторую удочку. Тут уже все такое помощнее, на щуку или на очень крупного окуня. Все, заряжаем, сюда уже ставим такую. Покрупнее рыбку. Вот такую. Вот такого вот горчичка. Ждем поклевки. О, поклевочки. Есть! Ребята, огонь! Хороший! Вот! Вот это первый! У папы пока ни одного наджих! Вот! Пока живец выигрывает. Вот на горчака взял вот такой вот такой шарик. Вот такой красавчик. Даже какой-то шпульс. О, наелся. Вот такой вот красавчик. Пока счет 1-1. Вот, конечно, на живца помельче. Но, ну, вот два кушка. Вон ведра. Вот это ведро папина с отварным поводком, а вот это ведро мое с живцом. Все, счет 1-1. Ребят, вот очередной окунь, гораздо крупнее, чем у меня. Резина выигрывает, что счет 2-1. За нижнюю губу прицепил. Выскакиваем. Ребят, ну взял вот очередного окушка на живца. Смотрите, мое ведро. И вот посмотрите папино ведро. Видите разницу? Я думаю, разница огромная. Тут он окунь вот такие вот два. И щука вот такая. Ну вообще, ну я тут начал брать, прям разлетаются мальки. А папа рвет, и мне времени больше. Я селявку начал ловить, сейчас начнет. Окунь! Вот такой такой шарик взял опять на тот поводок. Проигрываю. Ребята, взял очередного окушка некрупного.
Ну это ужас, конечно. Ходить. Вот это ведро с отводным поводком. Смотрите. А вот это ведро мое. Ребята, вот сейчас поймала не я, конечно. С этой удочкой занимал за дубль грузовик. Поплывочек. Мел. Что, вот такие вот результаты. Вот и вот. Еще один. Вот он, есть. Помельче, конечно, того, но тоже нормальный. Есть. Сейчас и количеством обловлю папу. У него крупные, но их мало. А я сейчас количеством обловлю и весом тоже. Посмотрите, какой окунь. Он прижал приманку. Вот такой вот окушаек. Я уже папу обловил, но по весу нет. Идите сюда. Ну вот он мой счет. Вот моя, вот мое ведро. А вот папино ведро. Взял очередного окуня хорошего, по-моему, да? Вот такой вот горбач. Класс. Все, теперь я, наверное, обловлю. Хотя, не знаю. Хороший горбач. Либо очень огромный окунь. Щука. Ой, только не срежь, я тебя прошу. Только не срежь! Давай! Yes! В прошлый раз вся тряпка в крови была. Все, леску секанула. Пойдемте покажу счет. Пойдемте. Ну вот мое ведро. Щука покрупнее тут просто. Не видно, но оно чуть-чуть покрупнее. Он потолще вот этот вот. И подлиннее, чуть-чуть подлиннее. Посмотрите, какая огромная! Там же вец не крупный стоял. Ну там медвушка, но там полтораха есть. Неплохой. Такой окушарик. Красавчик окушарик. Я смотрю, тут он гоняет, думаю, сейчас хапнет. Вот вам результат. Изо рта торчит. Так, все, живец уже. Ку, не походит больше. Смотри, он тык-тык-тык, гоняет. Все же добил. Ну, только нормальненький. Гоняю я тебя уже, даже, может быть, и переиграл. Привет. Ну, вот мой лов. Две щуки. Вот он мой лов. И хорошие кушки. А вот он папин лов. Вот такой вот окушок. Я хочу рассказать вам вот такую историю. В Инстаграме с парнями мы переписывались, что же лучше, отводной поводок и джиг, или же живец. Ну, посмотрите, как много всего у меня и как мало всего у папы. Вот все, что надо было папе для джига и отводного поводка. Все. А посмотрите, сколько у меня. 4 удочки я брал. Маленький сачок, чтобы ловить живца. Паук, чтобы ловить живца. Вот такой пацан, чтобы ловить живца. Очень много всего. Ну а результат вы видите сами на лицо. Посмотрите. Все, что поймал папа, хотя он очень неплохо умеет ловить. Но клевало сегодня, конечно, плохенько. А вот все, что поймал я. Ну результат тут, я думаю, на лицо. Использовали приманочки вот такие. Живец лучше. Ну вы посмотрите, ну просто на результаты посмотрите. А сейчас подвожу итоги нашего спора с ребятами. Полностью с вами соглашусь, ребята, потому что живец сегодня выиграл. Я наловил гораздо больше. Вот. Ну а что, как было в нашем ролике? Смотрите сами.